спина болит. Так, ты что, совсем оборзела? Я же сказала сюда не входить. Какого черта ты тут делаешь? Так я так просто решила полы помыть. А мне пофиг. Еще раз я тут увижу, замки врежу новые. И будешь вообще ночевать на улице. Оля, зачем ты так, а? Жень, ну скажи хоть ты ей что-то. Так, студию тебе эту кто подарил? Ну ты. Владелец этой студии кто? Ну ты. С этого момента ты теперь будешь работать уборщицей, будешь драить полы за 5000. Чего? Пап, за что? Она сама виновата. Все, разговор окончен. Швабру в руки и вперед драить полы. Бабушка, отдавай швабру. Теперь это твоя новая должность. Мой полы лучше. Да как мыть полы? Я не умею. Научишься, за 5000 будешь в месяц драить полы теперь. Фиг вам, они 5000 в месяц. Фиг тебе теперь, а не студия. Хрен ты здесь станешь директором. Поняла меня? Ну все, я ухожу из дома. Достали меня. Нет, швабру в руки и работай. Все. Так, я тебе сейчас устрою. Отвали от меня, я тебе сказала. Оля, остановись, кто работать будет? Никто, мне достала эта работа. Господи, что же за дочь такая? Оля, Оля, постой. Оля, ты куда? Домой. Оля, не уходи. Все, отстань. Оля, остановись. Кто работать будет? Неужели бабушка будет работать? Все, бабушка пусть работает. Это ее дело.